Я просто не считаю, ну, типа, знаете, есть такие, ты не читаешь? Да, я не читаю, я просто не понимаю, я еще обязана читать или мне обязано это нравиться? Есть люди, которые там любят спорт, они им занимаются, есть люди, которые любят читать, они читают. Меня просто, типа, бесит реакция людей, когда ты говоришь, ты не читаешь? Да, я не читаю, представляете, и нас таких много. Если бывший тебя преследует, как быть? Ну, значит, ты, знаешь, не такой даешь отпор, чтобы он понял. Значит, в твоих словах есть какая-то нотка надежды у него, что он так настойчиво к тебе. Тут еще, конечно, момент важен, почему вы расстались. И, может быть, он тебе изменил, и сейчас очень сильно сожалеет, и он думает, что своей настойчивостью он может достичь своего прощения. Ты понимаешь, что это такая очень... Это такой вопрос, тут надо знать все тонкости, тогда я смогу ответить. Что я думаю. Нет, я могу... Нет, в смысле, я не читаю книги. Но я могу почитать... Я читаю новости, там, не знаю, в ноутбуке. Я читаю, там, новости в телефоне. Ну, чтобы сидеть и днем... Ой, пойду-ка я почитаю. Действительно. Включить лампу и, знаете, вот так вот налить себе кофеечку и лежать 3 часа читать. Нет, это не про меня. Придется мне, наверное, звонить в эту хуйню, вызывать этого мастера, блядь, тут, говорю, с вонючими носками ко мне тут придет. Блядь, вы скажите, у вас у мужиков у всех ноги воняют, как не знаем что. Вам проветривать тут все это полдня. Телек не работает. Ничего не работает. Настроения нет вообще. Елку не купила. Ничего, это какой-то день вонючий вообще. Даже не здороваешься. Ой, какие люди. Здравствуй. Александр. Ой, Александр же, да? Я уже забыла. Здравствуйте. Почему все инсташлюхи такие хороших из себя строят? Слушай, а это не ты ли задавала у меня вопрос, в каких ресторанах тусуются папики? Очень нешлюжский вопрос. Даже не знаю, с какими целями ты интересовалась, наверное, с какими-то познавательными исключительно. Когда ответа не получила, пошло уже вот это инста. Роднуль, ну давай теряйся, пожалуйста. Ну, блин, сама себя не топи. Уже некуда ниже. Ну, обосралась, так обосралась. Ну, уходи красиво. Из любой конфликтной ситуации надо выходить, знаете, красиво. Даже если ты в проигрыше. Ровные зубы. Я тоже хочу стать...